Всем привет! Так, значит, эпопея с Metal Master в разгаре. Кульминации пока еще никакой нет. Значит, что они мне сказали? Сказали, говорят, парень, что у тебя там хорошо с передней бабкой. Правда, как сказали? Без сыка. Просто у тебя все хорошо. По телефону там сегодня. Высылай нам, значит, заднюю бабку. А вот вы мне, кстати, в комментариях напишите, все ли нормально у меня с передней бабкой. Там в предыдущих видео я точил первую в своей жизни деталь. У меня все-таки неправильно стоит резец. И это видно по вот этому вот. Такой вот здесь шпиндик получается. Ой, а надо, чтобы он стоял вровень. Пластиночку я сделал. Поджимаем. Давайте попробуем, что там поточить. Ну и что получаем? Все, получаем, что убрали самый прямо аж. Самое не балось. И это круто, народ. Сейчас будем точить, как мне сказали, какой-нибудь конус. Для того, чтобы померить расстояние от станины до этого. Ну, соответственно, конуса. Ну, до кончика, да? Снимаем нашу заготовку. Давайте ее просто перевернем. Она же здесь у нас проточена. Тут же у нас все хорошо, красиво. Мы ее просто вот так перевернем сейчас. Вот так. Нулевым затягиваем. И этими подтягиваем. Раз. И два. Поехали. Да, конечно, и качество обработочки. Да, чуть-чуть давайте меньше оборотиков, вот так. И еще 50. Пойдем. Да, это, конечно, побыстрее так работает. Да. Обработки, конечно, класс. Намного лучше, чем я вот тот там шкубил непонятно что. Правда, единственное, какие-то волночки. Ну, волны, наверное, просто надо в размер еще раз пройтись. Значит так, друзья, мне тут морзилка подсказала, надо, короче, вот здесь, выставить градусный какой-то конус. Ну так, друзья, проточил я конус, вот он вот такой получился, очень острый, прям очень-очень. Это сталь, еще раз напоминаю, 20-я. Ну, здесь хироваста, конечно. Ну, так и резечек такой тоже слабострастный.
Вот. Но смысл не в этом. Смысл в том, что нам надо вот это дело померить от станины до кончика. Расстояние, чтобы мне выдали новую бабку. Как точил. Вот здесь вот надо открутить гайки, повернуть немножко вот эту всю историю и вот этой вот пинолькой, вот этой двигать его туда-сюда, и получается у нас конус. Ну, как-то так. Беру вот такой резец, значит, его величину мы знаем. О, 12 показывает. То есть, в принципе, точно. Так, Metal Master, это для вас. 126 ровно, вот. Ну, плюс 12 миллиметров, 138 получается. А по паспорту у нас сколько должно быть? Давайте контрольно, вот еще есть такая линейка. 126 тоже, 126 до кончика конуса, который я протачивал и не снимал его отсюда, не вытаскивал. Вот от вот этой вот, от вот этой плоскости, не от вот этой, а от вот этой. Короче говоря, резец 12 миллиметров плюс 126. То есть присылайте мне бабку 127 высота, и я буду доволен. Ну, в смысле не 127, а 127 плюс 12. То есть если бабка будет, получается, выше на 1 миллиметр, нормально. Но когда она выше на 3 миллиметра, это хреновасто. Все, всем спасибо, всем пока. Сфоткать не могу, сами понимаете, не получается.